He could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. I'm really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Что ж, всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Это очень короткая серия The Wolf Among Us. Вы только что увидели, что у нас будет в следующем сезоне. Опять же таки, в следующих двух сериях, скорее всего, в двух-трех. Возможно, я делаю слишком длинные серии, по полчаса можно стоит, может и будет стоит их делать покороче. Пишите об этом в комментариях. Я могу вам сказать такую вещь, что следующая серия выйдет, скорее всего, в субботу или же в воскресенье вечером, потому что... катастрофически не хватает времени и вообще. Вдобавок скажу, что игрушка, опять же таки, как я говорил в конце предыдущей серии, мне очень нравится, и куча всего замысловатого и непонятного, в то же время понятного, и хочется все это дело распутывать, играть, 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 но опять же времени на это все не хватает, нужно очень много потратить времени на то, чтобы записать все это для вас. Ну, надеюсь, вам нравится. Также меня спрашивали, буду ли записывать какие-нибудь подобные такие игры. Мне писали это в личку, даже несколько человек, по-моему. Да, возможно, будет что-то вроде The Walking Dead, но Walking Dead точно не буду записывать, потому что, может быть, вы захотите его посмотреть на канале Марьяны. Ссылка есть в годноте там на канале, кстати, заходите обязательно туда. Но если вы, конечно, уже очень захотите, я могу его пройти, но не в таком режиме, а там, не знаю, в режиме нон-стоп, сразу всю игру, все сезоны за какое-то время, если она не сильно длинная. Я в нее, честно говоря, тоже не играл. Но это, опять же таки, сторонний ответ и такой мини-подкаст своеобразный. Также могу еще ответить на некоторые вопросы касательно, почему нет новых видео, почему такая задержка была в 2-3 дня. Опять же таки, все упирается во время. Вот сейчас, например, когда вы смотрите это видео, я нахожусь далеко за городом, не возле компьютера, и, честно говоря, мне совершенно не до этих дел. В плане того, что... Да, закончились титры, конечно же. Бандикам немного тупит с записью во время того, когда происходит загрузка. Я говорил о том, что я за городом, и в данный момент, когда вы смотрите это видео, и очень сильно занят. То есть видео будут выходить, в принципе, в стандартном режиме. Warface, возможно, будет выходить еще Counter-Strike Global Offensive. Возможно, какой-то DayZ. Я постараюсь это записать 2 дня назад. То есть, когда я сейчас сижу это записываю, вы будете смотреть это уже спустя 2 дня. И вот сейчас, после этого, я сразу ринусь записывать что-то еще, чтобы вам было чего смотреть вплоть до пятницы. В пятницу я вернусь, и, возможно, будет стрим. По какой игре пока еще не решил. Возможно, мы вернемся в Planet Side, соберем огромную толпу и пойдем рубить, убивать и так далее и тому подобное. Сегодня у нас вторник, у вас уже четверг, судя по всему, да, у вас уже четверг. И в пятницу ждите, смотрите группу, смотрите канал, следите за обновлениями. Надеюсь, вам нравится, продолжим играть волка среди нас, большого и страшного серого волка в субботу или воскресенье, уже как будет там со временем. Не забывайте про Google Plus, ребят, очень нужны люди в Google Plus. Поможете это этим самым каналу, и вам хорошо, и мне приятно. В общем, подписывайтесь на Google+, на группу ВКонтакте, все ссылки в описании. Всем пока.